Поиск дополнительных решений для улучшения финансового положения предприятий, особенно тех, кто привлек кредиты, стали предметом обсуждения на совещании у премьер-министра Иона Кику. Ограничения, налагаемые эпидемиологической ситуацией, повлияли на деятельность практически всех сфер экономики, и исполнительная власть сосредоточена на выявлении мер, способных сохранить рабочие места и поддержать жизнеспособность предприятий. Премьер запросил информацию о взаимодействии между банковскими и небанковскими финансовыми учреждениями и должниками из числа физических и юридических лиц в плане пересмотра сроков погашения суд и отмены санкций за просрочки. По данным Национальной комиссии по финансовому рынку, 13 микрофинансовых организаций, небанковский сектор кредитования – это 51% рынка или 285 тысяч бенефициаров – согласились пересмотреть займы. Почти 41 200 миллионов контрактов на 677 миллионов леев пересмотрено. В результате аннулировано пение на 10 миллионов леев для 10 300 дебиторов. Руководство Национального банка проинформировало, что банки пересмотрели возврат кредитов на 2 миллиарда 850 миллионов леев, из которых 2,5 миллиарда для юридических лиц, а 350 миллионов для физических. Участники совещания обсудили несколько способов поддержки кредитных бенефициаров. Решение будет принято после консультации Иона Кику с ассоциациями бизнеса.